Всем камрадам и просто любопытным зрителям привет! Сегодня, как я и обещал, расскажу вам о молитве, которая больше всех подходит для кладоискателей или просто для поиска забытых или потерянных вещей. Но хочу вас сразу предупредить, если вы к этому делу подходите без веры или вы вовсе не верующий человек и не носите крест на себе, то вряд ли выйдет толк. Об этой молитве я узнал от своей бабушки. Она верующий человек, знает очень много молитв, соблюдает посты, ну и так далее. Однажды я у нее спросил, какую можно применять молитву для поиска кладов, ну или старинных вещей там. Ну, в общем, для поиска того, чем мы с вами занимаемся. И она мне рассказала о молитве, которой издревле люди пользовались. Когда забывали или теряли какие-то вещи, читали эту молитву, и Господь помогал им находить их. Сейчас я вам зачитаю эту молитву, но помните, друзья, Господь видит незакапанные ямки. Хороших вам сигналов, берегите себя, береженого Бог бережет. Верую во единого Бога, Отца Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, и же от Отца Рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рождена, не сотворена, единосущна Отцу, им же вся быша. Нас, ради человек, и нашего ради спасения, сшедшего с небес и воплотившего от Духа Свята и Марии Девы, и вочеловечася. Распята же заны при Понтии Пилате, и страдавша, и погребена, и воскресша в третий день по Писаниям, и восшедшего на небеса, и сидящая одесна Отца, и паки грядущего со славою судите живым и мертвым. Его же царствие не будет конца. И в Духа Святаго Господа, Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же с Отцом и Сыном споклоняемо и славимо, глаголовшего пророки, во единую святую, соборную и апостольскую церковь. Исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.